нужно ли поддерживать партию, которую финансирует, на минуточку, внук Голощёкина? Голощёкиннин немересин каржыландырып отурган партияны колдоо керекпи, керек эмеспи? Вы знаете, я когда выслушал этот бред, мне охватило чувство стыда за то, что вот среди казахов есть люди, которые вот с таким пещерным антисемитизмом выступают, грубейшим образом, нарушая все мыслимые, все прописанные нормы нашего основного закона. Вообще глубоко убежден, что нам надо внести какую-то серьезную поправку в закон о средствах массовой информации. Интернет уже давно приравнен к СМИ. Первую поправку надо серьезно внести. Любой, кто выходит в эфир, любой, кто собирается вещать на миллионную аудиторию, он должен справку предъявить из психиатрической клиники, что он вообще-то здоров,